виникає питання, от хіба нравственність, мораль, гуманність і так далі не коріняться, в, скажімо, в 10 заповідях? Не убій, не украдій, не прелюбодействуй, почитай отца і мать. Ну, смотрите, ми знаємо комуністичні моралі, в которых тоже там, кто не работает, тот не ест, это тоже было взято из Писания. И мораль и нравственность выстраивалась в каждом острое, в зависимости от того, какой правитель. И можно двигать и совесть, была партийная совесть и так далее. То есть это же все извращение. Как сатана извратил? Извратил Слово Божье. Да? То есть можно извратить нравственность, можно извратить мораль. И так чуть-чуть, вот как он сказал Еве, а правда ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в саду? Ну как-то вот аж вроде он говорил что-то похожее на Бога. Но на самом деле он... ну, солгал. И поэтому это извращенная мораль. Это извращенная, потому что человек осквернил Слово Божье и подложил свою собственную, собственный интерес для того, чтобы получить свою какую-то выгоду. И каждый свой строй, я же говорю, там, любой коммунизм или другой изм, он использует Слово Божье, как и сатана использует всегда Слово Божье, для того, чтобы извратить позицию, для того, чтобы украсть, убить и погубить. И также сатана искушал Иисуса Христа Словом Божьим. Он говорит, поднимись на храм и прыгни, ибо написано, что ангелы понесут на руках, да не приткнешься, а камень ногой своей. Даже сатана цитировал Слово Божье для того, чтобы искусить. И точно так же все морали и нравственности, которые выстраивают человеки, и даже под это подкладывая Слово Божие, это может быть искушением, это может быть неправдой. И поэтому просто надо, еще раз говорю, сокрушиться и смириться перед Словом Божьим. Если мы помним Исаия 66:1-2, он говорит, где вы построите дом для меня, или где место покоя? Это говорит Господь, куда вселится дух мой? И Господь говорит, вот на кого я презрю, на сокрушенного сердцем, на смиренного духом и на трепещущего перед словом моим я презрю. То есть нам надо сокрушиться перед тем, что написано. Написано у Господа. И в чем вся проблема? Проблема в том, что написано одно, но мы в какой-то ситуации сами определяем. Это вот тут хорошо бы поступить вот так. Подожди, подожди. Ты сокрушился, ты смирился, ты спросил у Иисуса, если делаете, делайте все как для Господа. Или пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу. Или ты сам определил, вот тут надо сделать вот так, это хорошо. Может быть, это и хорошо, может быть, в какой-то степени это и корреспондируется, но это не Божье. Ты не раб Божий, ты сам себе Бог и сам себе Господин и определил, что такое хорошо и что такое плохо. Это и есть результат первого искушения, которое произошло тогда в Эдеме.